Снова здравствуйте. Мы приступаем к очередному включению. Прямая трансляция. Игра у нас в категории Light. Игра за призовое, за третье место. У нас встречаются пары Орешка Иван, Крыжановская Светлана. Вот Иван сейчас на подаче у нас. И на противоположной стороне площадки Штанова Анастасия и Штанов Олег. Немножко с опозданием мы включились, а точнее как трансляция пошла, но я с опозданием, можно сказать, включился. 3-2 у нас. Штановы ведут пока. 4-2 уже пошла. Значит, игра за третье место у нас из одной партии до 21 очка. Поэтому закончится достаточно быстро. Финальная игра у нас будет из трех партий до 15 очков. Ну и 3, разумеется, если понадобится. Немножко в усеченном, сокращенном формате подзатянулись групповые игры. И в полном формате не получится у нас закончить игру. Олег Штанов на подачу выходит. 5-2 пара повела. Идет подача в девочку. Хорошая. Девушка не справляется у нас. Светлана. 2-6. 6-2, точнее. Подача в аут. 7-2. Пару слов хотелось бы поблагодарить наших спонсоров в очередной раз. Поставщик природной питьевой воды Шишкин лес. Вода с уникальным минеральным составом и неповторимым вкусом. Залог вашего здоровья, хорошего самочувствия на каждый день. Шишкин лес, пора пить хорошую воду. Возобновилась игра у нас. Очередное очко набрали Олег с Анастасией. Политический спонсор, как я уже говорил сегодня в дневных репортажах, партия ЛДПР. Спасибо, поддерживают с лета наши турниры. Волей Лайф присоединился недавно к нам спонсор, поставщик волейбольной сувенирной продукции. И Sport Open, самая эффективная спортивная экипировка, различные товары для спорта и активного отдыха, магазины в Санкт-Петербурге. Ну и кроме того, у нас еще Rock Tape, постоянный спонсор тоже с недавних времен, поставщик тейпов. Проводят семинары очень интересные ребята, на которых тоже могут присутствовать призеры и победители турниров. Ну и мастерская, культурный спонсор, театр, мастерская, бывший театр БУФ. Взять с собой. Пить в движении. Шишкин лес. Спорт. Пора пить настоящую воду. Ну, кстати, ее этот... Да. Она вообще еще занимается этим? Да, ну я так понял уже. Не так, как... Подача в площадку. У Анастасии не менее коварная подача, чем у Олега. 10-3. Пока ребята активно, ну, без одной партии. Ивану со Светланой нужно что-то предпринимать, чтобы... Что там у нас случилось? У нас случился заступ, судя по всему. При подаче 4-10. Смена сторон. Иван Орешко на подачу выходит. Илья, разминайтесь, вы сразу зайдете играть за первый. Мы хотя бы отдыхаем просто. Нет, ну имейте в виду, я что... Понял, что... Не получилось передачи сейчас у Светланы, но, в общем, в результате заработано очко. Неплохая подача. С приемом справилась Настя. Ну, сейчас, конечно, неоправданное действие. И точно такое же действие совершает Светлана. Расстроилась. Ну, есть что расстроиться. 11-5.
Категория Light у нас, напомню, играет. Параллельно играют за третье место в категории Next, чуть пониже уровня. Где-то те пары, которые свои группы заняли места с третьего по четвертое. Вот. А в категории Light у нас играют те пары, которые в своих группах заняли места с первого по второе. Сейчас мы уже видим лучшие четыре пары, точнее, пока мы видим две пары, а в финале мы видим лучших в этой категории. Пока такой легкий переброс мяча. Чувствуется пока. Ну, хотя сейчас Иван хорошо. Очень активный такой кат по линии провел. Поймал на противоходе соперника. Очень четко выполнил, молодец. Неплохая подача, кстати, была у Светланы. На сразу Олег сыграл. Ошибается, жалко, брак. Брак небольшой при выполнении атакующего удара. Скидочку попытался сделать. Взять с собой. Пить в движении. Шишкин лес. Спорт. Пора пить настоящую воду. Справляется в этот раз с переводом по линии на Олег. Иван, в свою очередь, тоже на сразу в этот раз получилось у Светланы. Счет 8-12. Значит, куда смены у нас сторон. Иван подает. Неплохая подача летит. Сейчас на сразу будет, да, удар. Светлана молодец, в защите хорошо отработал. Ой, небрежно, конечно, перекатил прямо в руки Иван. Ай-яй-яй-яй. Достаточно простой мяч. Можно было подстроиться, обработать. Но, видимо, на фоне усталости немножечко Света не справилась. Мне кажется, можно было подстроиться совершенно спокойно. Снизу этот мячик довести, но так попыталась. Сверху не получилось у нее. Вау. Чуть-чуть многовато ошибаются ребята. Вот и есть хороший удар. Штанов Олег неплохо ударил. Шестерочку. Так, чуть-чуть краем глаза наблюдал там за играми в предыдущих этапах. Есть у него навыки не игры в пляжный волейбол, и снимается неплохо, и так элементы какие-то, и краб тоже вот сейчас попробовал использовать. Да, есть немножко физических данных не хватает, но ничего страшного, физически такой крепкий молодой человек. Грамотно, хорошо расправляется. Увидел свободную зону, перевел, конечно, 15-10 счет у нас. Сейчас на сразу у Ивана не получается удар. Ну и сейчас, конечно, он тоже небрежно очень сыграл. 16-10 счет. Олег Штанов на подаче. Перевел неожиданно в Ивана. В принципе, сработало. Атаки не будет. А хорошо, Анастасия ударила, но только, к сожалению, не попала. Видно по замаху, конечно, отсутствие классической школы, любительский чистый удар, такой немножечко смотрится непривычно. Не так, как у ребят, прошедших какое-то хотя бы минимальное обучение в спортивной школе.
либо у тренеров. Нет, нет, не ошибается Иван. Не очень хорошо сейчас подбил мячик ногой. Узкая передача идет, он не доходит под мяч. Сейчас хорошая передача, ну и кат хороший. Напомню, из одной партии у нас состоит матч с третьего места, поэтому уже, в общем, к концовке мы подошли. Есть хорошо, молодец Светлана. Не скоординировался Иван, к сожалению. 19-12. Все идет к тому, что Олег и Анастасия Штановы завоевывают у нас третье место в категории Light. Нет, ошибается Иван. Матчбол у нас 20-12. Не очень оправданный перевод на сразу же Света. Ничего, попытался Иван на сразу, сейчас Олег накажет. Да, так и есть. Поздравляем Олега и Анастасию Штанову, они заняли у нас третье место в категории Light. Сейчас мы приступим к просмотру финала.